Начнем с очень необычной картины, которую можно наблюдать в английской провинции. За большим кроликом бегает маленький зверек, чтобы его сожрать. Хотя, казалось бы, как такой кроха способен сделать нечто подобное с таким относительно огромным и быстрым животным? Но кое-что он все же может. Это горностай, и он способен нападать на жертву в 10 раз больше его самого. Горностаю слишком опасно вступать в открытый бой, потому вместо этого он собирается загнать кролика. Кролик продолжает упорно убегать, и тут горностаю понадобятся все его силы. Но этого недостаточно, кролик все равно куда сильнее. Но на стороне горностая ловкость, которая является результатом непрерывной с самого детства тренировки. Укус в основании шеи смертелен. Исход боя решен. Маленький зверек получает огромную добычу в одиночку. Маленький да удаленький.